Приди поспорить. Так пусть приходит. Значит, пришел бы. Да, все. Я, правда, не слышала всех параметров. Я резюмирую. Алена спросила, кто кикбакера, раз пропустила, да, то есть это вот течение протестантизма. У них вот мы сейчас как раз зачитывали на бумажках, чем они характерны. То есть они отрицали святых, символику, намеренная бедность, иерархию, там что там еще. Ну, много чего, короче. Есть своя декларация общества. Общество. Намеренная бедность. Приходится друзья. Это слово квайк, это друг. Ой, я хоть послушаю. А там еще перевод есть, по-моему, на слово квейк, трясущиеся, то есть они тряслись, то есть боялись, видимо, чего-то. Я не понял, да, правда, да, чего. Намеренно. Да вы что, предлагают богатство? Не, не надо, вон и еды этим мне, значит. В общем, у вас не очень так квакеры. Нет, так мне не отдают, вот и нету никаких квакеров. Я признак того, что что-то не видать их, что-то не видать. Ну, то есть, я квакаю. Течения такие, ну, вот общество, вот, типа, да, амиши, вот, там пишут, что они тоже там замкнуто, как бы, жили. Ну, потом квакеры не стали, ну, расширили свое общение, вышли, а то тоже были замкнуты, то что они, их было узнать по одежде, что по простой одежде. Ну, вся Россия квакеры, да. Слушайте, да. Наш узнать по простой одежде. Ну, красный это на праздники. Не украшать вообще нельзя было там. Вот фотографии там какие-то совершенно простые ткани. То есть не очень было. Простые ткани тоже они. Ну вот, да. А современная фотография там вот, ну просто вот casual стиль. Вот кеды там, вот они там хороводят, что-то фотография посмотрел. Кеды, джинсы, рубашка в клетку, ну что, обычные. Вот. Ну как Стив Джобс, такой-то год, такой джинсы, водолазка, один и тот же стиль. Вот еще да. Мы были за то, чтобы переводить Библию на национальные языки, и за то, чтобы креститься осознанно уже во взрослом возрасте. И вообще они как бы крещение, значимость низко ставят, да, и что это больше внутреннее да. Событие, чем внешний ритуал. Как будто принял решение, и все, я сам внутри, да, это как-то. Вероятно, да. Ну, что-то в этом есть. Мне кажется, вообще крещение, если так размышлять, это же и внешний ритуал, мне можно найти, и внутренний процесс. То есть для кого что важнее, например, да? Внутреннее решение. Если внутреннего нету или внешнего, да, тогда да. Это не полное получается что-то. Поэтому мне как-то креститься недостаточно. У меня бывшая девушка, она крестилась 2 раза, потом сатанистки пошла. Говорят, что это вредно. То есть вот кто больше 1 раза крестится, там уже может быть наоборот. А сатанистов не крестилась? А там есть обряд раскрещивания. Раскрещивание? Да, но она вроде этого не делала. Ужас. Да-да. Как извинчание тоже. Это ну, а она баптисты переводится как перекрещенцы. Да. Да? Тоже это я здесь почитала. А баптисты, кстати, это вот можете прямо Анна сказать? Баптист. Нет, я понимаю, вот а баптисты, я просто слышал несколько раз, то есть чем они характерны? Просто баптист. Не прочитала. Ты же вроде в баптизме. Баптист это же мы вроде. Ицыха. Ицыха это баптистка. Ицыха мне 20 лет православие. Ты нам могу баптизм сказать? Ну я произношу тоже так, не знаю, что через пропишется, конечно. Да, через Айфон. Тоже, ну они также в иконы, они как бы верят, верят в Христа. Сходи. Нет. Святых. Ну, Марию как бы они уважают, но они не молятся. Не поклоняются. Только Иисусу Христу. Ну, Бог триедин, как бы Отец Святой. Ой. Отец Сын и Дух Святой. Ну, немножко песни у них другие. Есть такой. Как бы. Ицыха не баптисты, значит. Я не знал. А мне кто-то сказал. Навардак называют неометодистами. Так это эти, лютеране, да? А чем лютеране? Нет, нет. Короче, бостонское движение. Во, это баптисты есть? Если методистку, то она в Англии, в Великобритании образовалась. В 17-16. Одно уж. Ой, хороший человек. Ну, как бы мы из Германии соответственно поддерживаем. Баптисты. Ну, то есть они из Великобритании, да? Оттуда. Из Германии. Методисты
методистская церковь в Великобритании была основана. А, методистская? Нет, ЕЦХ идет из Бостонского согласия, а баптизм в Германии распространяется. А Бостон где находится? Бостон, Америка. А, ладно, спасибо. У меня нет, да. Где, говорит, Чили? Садись, два. Где Чили? Да-да-да, Red Hot Chili Peppers, я знаю, хорошая группа. Я не знаю, почему. Про мормонов интересно, я чуть-чуть про мормонов знаю.